Мы находимся сегодня так университет ботанического сада саде. Я Мага Харла Али Салюхан Страйк. Его как зовут? Тимур, короче. И Ислам и я, короче. Сидим, тут бухать тоже нечем, короче. Здесь сымчик хавать на бухую голову, короче. Ты почем скажешь, да? Это называют типа мечтинский камень. Типичная Махачкала сидят, кайфуют здесь, там Боско, не Боско, один долбоеб сидит. Другой сапожка разбили, летом. Расскажи про свой Air Max. Блядь, Air Max ходил за 2500, смотри, да, бля. Баба на Азу зиму тоже проебали, лето тоже наебали, короче. Сейчас хочу новый купить красный. За 4500, который стоит здесь. А у тебя бабки есть? Вот, карман просто здесь рвется классный, Таня. Ты бреешь, да? Бля, я то вроде бы я брил, бля, когда знаешь, Седьмого марта брил я, 12 ночи, гостиница, в одном гостинице, короче, здесь одной сучкой брил, короче, здесь с Элей вместе, короче. Толпой поехали туда, короче, здесь скинулись, курнут купили, страйки набухались, идем по дороге, поехали, кабака, короче, здесь мазанные хламы, короче. Одни долбовы в кинотеатр России заходят здесь кино посмотрели. Я им говорю, какое кино, находи телевизор, что ли? Этот говорит, давай, говорит, пойдем к кинотеатру. Я говорю, у тебя что, находи телевизор, что ли, сломался? А я не говорю, пойдем, говорит, обсадить. Я говорю, давай, говорю. Зря копейку тоже просадили, да? Да, конечно. Поехали, да, и че, казака, короче, сауну зашли, граф, хуй, короче, шлюхи там были. Я говорю, давай дальше, пошли. Это русский тоже был Сансу дорогой, я её знаю, бля. Хуй он её знал, бля. Если он её знал, он нормально сделал бы, даже за Рухан, бля. Нихуя не знал он её, он просто её имя узнал, и всё, Эля, моя знакомая там. Походи как баба, бля. Зашли, короче. Подошли. Короче, 6 штук она отстегнула на ровном месте, короче. Эжи. Короче, один зашёл такой жеребец, короче, здесь. Ссылка зашел к один, короче. Полчаса прошло, выходит. Это вообще жаловаться начал. Я говорю, давай заявление напишу, это дабы, как сегодня меня выебал, говорю. Второй кто зашел? Второй еще один зашел. Второй нормально зашел. Третий зашел, короче. Имя тоже я не буду говорить. Выебал, короче, и не кончил, и подачил на него, короче. А последний зашел я. Ай, бля. Она когда мой хуй увидела, она сказала, негр, отдыхай здесь, бля. Я дальше комментировать не буду там подробности, что было дальше, как она кричала, сейчас не буду. Я потом дальше делал грубо. А что говорил ты? Выебали, короче. Пошли, короче, эти двое братья на хату пошли в город. Мы остались, я русский из Алюхан, короче. А что делать, короче? Зашли в Хунзах. Хунзах зашли, короче, копейку тоже дали 4 маги за ночь, короче, до утра. Взяли бухло, то есть сидим там, бухаем. И я Залюхан, говорю, Залюхан, что будешь, короче, обидь? Давай, что вытащи, говорит, Залюхан, короче. Дунул, короче, Залюхан на месте, короче. Пиво тоже купили, короче. Че, хочешь у вас? Мазали, короче, по 3 бутылки. У вас Савакал, Абили, типичная Махачкала там. Вау. Абили. Типичная хуйня. Типичный 26 бакинский. Мечта, бля. Мечту.